Отправляясь в спортивный бассейн, не выбирайте пляжный раздельный купальник а-ля мини-бикини. Такие уместны только для отдыха в аквапарках. Для спортивного плавания выбирают сплошные купальники, они выглядят более эстетично. К тому же остаются в числе модных долгожителей уже не первый сезон, говорят стилисты. Грамотный подход к выбору купальника поможет скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства. Главное правило – вещь должна быть по размеру. Различают 8 основных видов сплошных купальников. Классический с пришивными бретелями подходит практически для всех типов фигур. Купальник без бретелей хорошо уравновешивает полные бедра. Модель «Танк» с цельнокроенными бретелями стройнит фигуру. «Халтер» поддерживает грудь, уравновешивает полные бедра и делает плечи более широкими, благодаря бретелям, которые завязываются вокруг шеи. Модель слитного купальника с глубоким вырезом спереди и сзади зрительно удлинит короткое туловище и немного увеличит грудь. А маленький вырез впереди визуально удлинит тело. Еще одно важное правило – купальник должен прикрывать все интимные зоны, прилегать к телу, а не обтягивать его. Для обладательниц прямоугольного типа фигуры подойдет декорированная под пояс полоска из лайкры. Она подчеркнет талию. Выраженный животик скроет игра цвета. Светлый верх, темный низ, утягивающие вставки на животе и акцентом на нем помогут скрыть проблемные зоны и дополнительные детали в виде юбок и оборок. Главное – не злоупотреблять ими и выбирать плотный материал с высоким содержанием лайкры.